Всем привет! Сегодня у нас посылка по теме велоаксессуаров. Посылка мне пришла от магазина everbuying.com, не с AliExpress. Значит, что у нас тут есть? То есть у нас здесь велосипедная фара. Шла она тоже почтой Нидерландов. В принципе, нормально, быстренько дошла. Быстренько. Да я не знаю, сколько она дошла, потому что я не помню, когда они отправили, честно говоря. Но тем не менее. Ссылочка на эту вещь будет также под видео. Так что, если кого интересует, то переходите, рассматривайте, смотрите, то есть, стоит ли покупать. Вот. Ну, а мы, конечно же, сейчас откроем. Вот такой вот коробки. По-моему, стоила фара... Да, здесь они написали 27,95. 27,95, да. 27,95 она стоила. Опа. Так, есть у нас крепление на голову. Мне она не нужна. Есть у нас сама фара. Вот такая вот фара. Типа как бы замена, в принципе, моему фонарю. Сейчас, минуточку. То есть вот мой фонарь, с которым я сейчас катаюсь, и вот фара, которая, в принципе, пришла. То есть мне интересно было посмотреть на диаметр. Диаметр самой линзы, самого как бы выходного отверстия. Ну, кажется, что диаметр здесь чуть больше, потому что за счет этих граней, то здесь оно чуток съедает. Но тем не менее. Диоды здесь, по-моему, одинаковые. Здесь XML T6. Должен лупить там чуть ли не 1600 люминсов. Или как там это называется, я не знаю. Ну, в общем, как-то должен быть. Это у нас крепление на руль. Так, это у нас зарядка, позитивно. Так, а это у нас сам блок аккумулятора. То есть хорошо, что он есть с сумочкой. И это, в принципе, хорошо. Аккумулятора там, по-моему, сколько там, 4800 мА или сколько там, не помню, сколько точно было. Ну, в любом случае, короче, будет тест, будет полный обзор, как она стоит, то есть как она светит и сколько, самое главное, она светит. То есть сравню я также с этим своим фонарем. Тест на фонарь вы, в принципе, видели. Вроде бы. Не помню. Но тем не менее, потому что было тест фонаря у меня на канале. Да если не было, то просто сравним. И, соответственно, я скажу, что у нас интереснее, это или это. Ну, мне что-то кажется, что вот это. Да, в принципе, это и удобнее намного на велике. Вот так вот поставили. То есть, ну, видите, да? То есть, не торчит такая вот штука сзади. А здесь оно все четко уже под велосипед заточено. И это, в принципе, классно. Ну, вот такая вот интересная фара. За эту посылочку благодарность магазину overbuying.com. Можете считать рекламой. Вот, ссылочка на эту вещь, на эту покупку будет у нас под видео. А, даже, да, кстати, ночью все должно быть водовлагозащищенным. Вот, я не знаю, может... Нет, мне просто очень хочется взять и вскрыть вот этот вот блок аккумулятора, чтобы посмотреть, что там стоит. Ну, я подумаю, то есть, стоит ли это делать и буду ли это делать, потому что этот блочок у нас влагозащищенный. Если, конечно же, я его вскрою, то, ну, сами понимаете, он перестанет быть влагозащищенным. Ну, в общем, подумаю, как это лучше сделать и стоит ли это делать, и, соответственно, в обзоре уже посмотрим. Все, тогда на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, что видео для вас было интересным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте свои вопросы внизу под видео. Ссылка на где можно купить на магазин тоже будет у нас под видео. Если интересует, то заходите, приобретайте. Вот. Ну, рекомендую, конечно же, дождаться обзора, чтобы понять, то есть стоит покупать или нет. Все, тогда на этом я прощаюсь. Всем еще раз большое спасибо. Пока.